Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске межгалактические разборки, экстремальный BMX, неоновая аркада, Мастер Ли, Игры престолов и трэша-трэша. Добро пожаловать на битву героев Marvel Comics. Фанатов ждут легендарные герои Шторм, Спайди, Колос и многие другие воины галактики. Старейшина вселенной по прозвищу Коллекционер призвал тебя на эпическую битву с легендарным суперзлодеем Кангом Завоевателем. Стань величайшим чемпионом Marvel. Здесь каждый герой обладает уникальным стилем, приемами и комбо, которые можно прокачивать и дополнять, меняя состав команды. Теперь у тебя есть все, чтобы занять почетное место на аллее героев файтинга Marvel. Битва чемпионов. Двухколесное безумие возвращается в продолжении велогонок Pumped BMX 2. На твой выбор 6 велосипедистов и 10 уникальных BMX-ов для прохождения 50 трасс. Выполняй десятки трюков, чтобы завершить свыше 500 поставленных задач. Поучаствуй в соревнованиях 4 времен года. Обходи лидеров таблицы рекордов и открывай новые достижения. Inferno 2 — это великолепная неоновая аркада, в которой тебе предстоит провести свой корабль по красочным космическим лабиринтам, наполненным тысячами врагов. Тебя ждут 80 уровней безумия, десятки типов апгрейдов и оружия, 3 уровня сложности и новый режим плюс для игры по мультиплееру. Победи тысячи врагов в захватывающем 2D-боевике Брюс Ли. Простыми свайпами ты сможешь приводить в исполнение легендарные удары мастера. Побеждай орды противников на 40 динамических уровнях и сразись с могущественным главарем банды. Освободи друзей Брюса, прокачивай выносливость и получи опыт для использования нового смертельного оружия. В общем, будь Брюсом Ли, Game of Thrones — это новый многосерийный квест, основанный на событиях популярного телевизионного сериала. Действие разворачивается после финала 3-го сезона и повествует о 5 членах дома Форестеров. Каждый из них имеет решающую роль в сохранении дома от разрушения. Ты встретишь знаменитых героев сериала и сможешь повлиять на их решение и дальнейшее развитие событий. Напиши свою историю Игры Престолов, если, конечно, у тебя есть Galaxy S, Tab, Nvidia Shield или наличие другой нищебродской техники. Ну и приступим к трэшу. Real Horse Jumping 3D — это увлекательный раннер, в котором от тебя потребуется лишь вовремя тапать по экрану для прыжка. Не нужно ни уворачиваться, ни собирать бонусы, ни пытаться попасть в дурацкую таблицу рекордов. Есть только лошадь, ты и прыжок. И ничто не в силах вам помешать. Если ты любишь лошадей и игры про них, то раннер под названием «Реальная лошадь прыгать 3D» — это именно то, что доктор прописал. А на этом у меня все. Подписывайся на канал, вступай в группу и ставь палец вверх, если ты хочешь быть как Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 2». Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!